любителей гибридных автомобилей. Вот такая вот сегодня у нас тридцаточка в гостях с ошибкой по батарее. Это, наверное, первая в практике моя машина, которая стала на светофоре по батарее. Туда залез. Сейчас. Надо в замороженную дату хотел зайти. Давайте посмотрим на момент возникновения ошибки, что у нас там творилось в батарее. Года два, наверное, или три он ездил с этой ошибкой. Я так его понял. Такая вот ситуация по элементам. 5 вольт пара, 7 вольт, 8 вольт пара. Нормально, да? Практически переполюсовка. Давайте посмотрим в дате, что у нас сейчас творится. Ну, здесь они маленько подочухались. Но все равно картина маслом. Давайте будем разбирать, потом посмотрим. Ну, ремонт батареи я вам показывать не буду. И вот с этого момента прошу, друзья, превосходные, минуточку внимания. После того, когда я завел эту машину после ремонта, конечно же, всегда смотрю там в дате, в текущих показаниях, состояние машины. И маленечко пришел в ужас, даже видевшего меня, видевшего виды. У меня ощущение вызвало шок. То есть... топливная коррекция носовала, вот фильтр я воздушный выкинул, а выглядит он вот так. Да-да, друзья, я ничто не разрывал, именно вот так вот я его и вытащил. Нормально, да? Менял его, менял, наверное, еще японец. Нет, Japan Parts, уже это. Так вот, хозяева глядят за своими автомобилями. Мы ему бросим сюда в ноги показать. Вот, чтобы хозяин видел. Себя, конечно же, я ему подарю фильтр. Чтобы денег дал, блядь. Самолет посадил, блядь, в Японию отправил. Но смысл этого видео в том, что вот как у шнура тут стопроцентное попадание. Наша экономика, наша экономика, какую экономика, наша экономика, наша экономика, какую экономика, наша экономика, экономика. Так вот, ваши экономика, друзья, превосходные, действительно, как хуёк у гномика. Вот эти 20 элементов помененные. И здесь абсолютно ничего удивительного нету. Абсолютно ничего нету удивительного. Это вот сейчас я скажу для людей взрослых, понимающих. Большие токи, большая нагрузка, отсюда и температура. Отсюда и провалы все. Когда двигатель не калькулирует своей мощности, он будет высаживать батарею. Вот это надо зарубить себе на носу и не искать те первопричины, которые начались продаваться в интернете, об охлаждении батарей и очистке контактов, облужении. Все это маркетинг. То, что научился, тот то и делает. Поэтому следите за машинками и не надо мне писать под капотное помой, себе помой.
сидеть там с дивана рассуждать. Вот такие машины приезжают, я вам показываю реальную жизнь. Реальную жизнь. Не знаю, что там получилось, что у него там с масляным фильтром. Вот он, пожалуйста, двигатель не калькулирует своей мощности, батарея высаживается, больше работает, большие токи, большая нагрузка, отсюда температура и все, что вы хотите дальше. Спасибо за внимание. Следите за своими машинками.